Специальное предложение только сегодняшнего дня. Итальянский шик и лоск от бренда Олмис – это брюки «Миланский шик». 999 рублей цена, ограниченная партия и максимальный комфорт вы получаете вместе с брюками. Я еще не могу сказать, что я видела такие цены, но меня очень радует, что сегодня велюр правит балом. На самом деле это королевский материал, который ранее выбирали и до сих пор выбирают женщины – ценители искусства. Этот материал удивительный, и что самое интересное, сегодня дизайнеры всего мира ставят его на подиум и на улице городов. У нас для вас 5 расцветок на выбор. Ирина Московцева представляет вам не только эксклюзивные ткани высокого качества, но еще и самые модные расцветки 2018-го. Я выбрала для себя темно-синий. Ну а велюр играет красками, посмотрите. Я называю эту ткань хамелеон. При движении она очень плавно и красиво драпируется и, конечно же, садится на тело. А бархат загадывает. Загадочный материал и велюровая стрейчевая основа позволяет сегодня носить эти брюки несколько лет и при этом выглядеть всегда королевой. Зеленый цвет – это второй. Итак, знакомьтесь дальше и сразу записывайте понравившиеся расцветки и звоните, чтобы успеть забрать итальянский шик с брюками Олмис для себя. Оттенок бордо, бургундские оттенки, сочная зимняя вишня порадуют вас яркостью, но этот оттенок очень схож с цветом рубина. Для многих женщин открытием 2017 году стало появление оттенка, который напоминает индиго. Очень красивый цвет электрик. Вы так и можете заказать его. Он добавит в вашу жизнь и внесет гармонию, но в то же время сделает вас яркой особой. И последний, 5-й цвет, который завершает наш подиумный показ, это черный. Без классического черного ни одна коллекция просто не может быть представлена. Черный – это базовый. Если вы ищете для себя базовые черные брюки, начните с королевских брюк «Миланский шик». И это специальное предложение дня. Это ограниченная партия. И только сегодня, в честь Рождества, мы устраиваем итальянское Рождество. Это праздник роскоши, это праздник красоты, комфорта и хорошего настроения. 999 рублей цена, 5 цветов пока есть в наличии. Но как же мне нравится, насколько эти брюки буквально превозносят женщину. Я хочу сказать, Оленька, что брюки из велюра – это та же самая любимая база, которую выбирают женщины не только в праздники, но и на каждый день. Сейчас на подиуме вы видите готовые ансамбли, составленные нашими стилистами специально для вас. Только что Татьяна Бабурова сочетала брюки с комплектом джина синего цвета. Вот Екатерина выбирает для себя туника «Прогулка в Милане» – это костюм. И обратите внимание – тот же самый велюровый стрейчевый бархат, как на брюках вы видите на тунике. Как стилист я советую вам заказать готовым ансамблем. Нигде, ни в одном магазине вы не сможете подобрать эксклюзивную партию велюра света. Выбирает для себя джемпер Альбертина, оттенок серебро и классические брюки «Миланский шик». Успевайте, заказывайте. Конечно, выгоднее брать сразу готовый комплект, ведь это комплект от стилиста Светланы Воронцовой. Размеры брюк. Миланский шик есть от 48 до 64. Свет, посоветуй сразу, как нам выбирать правильный размер. У бренда Олмис есть один очень важный плюс. Его конструктор, выпускница школы Вячеслава Зайцева, на сегодня является одним из самых сильнейших конструкторов не только России. И Ирина Московцева радует нас, живя в Италии уже 17 лет. Мы видим вдохновленного дизайнера-конструктора, который приносит в нашу жизнь европейский лоск и шик. Ирина отличный мастер своего дела, поэтому конструкторское лекало точеное. Берите размер в размер. Единственное, что бы хотела я посоветовать женщинам, у кого широкие бедра, взять на размер больше. Я сама выбрала для себя брюки на размер больше. Так. У меня широкие бедра, и я люблю, чтобы брюки были свободнее от линии бедра. Таким образом, мы скрываем нюансы так называемых ушек. Вот. Успейте заказать. Если вы хотите подчеркнуть форму, берите размер в размер. Если хотите больше свободы, возьмите на размер больше, но спешите. Торопитесь, ограниченная партия и эксклюзивно низкая цена. 999 рублей. Свет, а какая у нас интересная внутренняя часть? Да, с удовольствием хочу продемонстрировать женщинам. Это ваш комфорт и удобство. Когда мы говорим о высоком качестве материала, не надо забывать, что это не только внешняя сторона, есть и обратная сторона медали. Здесь мы видим сочетание шелковистого вискозного полотна. И вообще сам по себе материал велюр, это все-таки не бархат. Бархат более плотный.
крупный с добавлением хлопка, а велюровую основу добавляют лайкру и вискозу. Именно поэтому брюки струятся по фигуре. Я надела брюки без колгот. Могу вам сказать, что ощущение невероятное. Ласкающая, нежная вискоза, которая просто струится по вашим ножкам. Успейте заказать брюки «Миланский шик» 999 рублей. И это, конечно, идеальное решение для вашей первой покупки. Спешите, торопитесь, набирайте наш номер телефона и радуйте себя. Быть нежной и яркой, притягательной и роскошной, соблазнительной и очаровательной. Все это легко добиться с брендом All Miss. Оленька, ну говоря об эксклюзивных материалах, мне хочется пригласить сейчас наших модниц на подиумы Милана. Давайте посмотрим, что выбирают сегодня именитые дизайнеры. Дизайнерские дома. Мы заметим с вами не только на подиумах, а на показах мод этот материал. Этот материал сегодня повсюду. И главное преимущество этого материала в том, что он может вас украшать не только на торжествах. Сегодня велюр везде. Мы можем носить этот материал как в офисы, на работу и при этом выглядеть очень элегантно и по-королевски. К такой женщине в бархате всегда особое отношение. Сразу видно, что эта женщина любит себя и выбирает качественный материалы. Давайте посмотрим на готовые предложения, комплекты. Итак, брюки «Миланский шик». В центре вы видите Катю, она сочетается с туникой «Прогулка в Милане». Сдам, открою тайну. Каждому цвету брюк у нас есть в таком же цвете и туника «Прогулка в Милане». Общая стоимость комплекта всего 3498 рублей. Успеете дозвониться, пока есть все размеры. Спешите быть красивой, яркой и привлекательной. Но это не единственный комплект, который можно носить вместе с брюками. Конечно. Ведь это настолько универсальное решение. Конечно, это универсальная модель. Но вот сейчас у нас звучат звонки в колл-центре, и наши модницы спрашивают, очень любят носить брюки, но очень часто отказывались от брюк в силу плохой посадки. Угу. Для меня это тоже очень важный вопрос, и я вас прекрасно понимаю. Когда мы выбираем одежду, она должна быть не только красивой, она должна быть комфортной. Посмотрите, наши брюки посажены на эластичную ленту, и в этом их еще одно преимущество. Такие брюки легко надеть, легко регулировать посадку от заниженной до завышенной талии. И скажу вам честно, в этих брюках я очень часто гуляю по Москве. Ношу удобные ботинки без каблука и выгляжу при этом очень даже комфортно. Бархат сегодня можно носить даже с пуховиками, выходить на улицы городов в королевском материале. Делайте заказы сейчас и помните о том, что у нас разыгрывается сегодня приз в каждом часе. Чем больше ваша сумма покупки, тем ближе вы к получению приза. Ну а специальный приз сегодняшнего дня – это двойная удача. Пылесос плюс маникюрный набор. Вот так вы получаете идеальный подарок. Делайте заказы в течение дня. В 21.00 будет разыгран суперприз. Делайте сейчас свои покупки и наслаждайтесь. Напоминаем, спецпредложение дня – это брюки «Миланский шик». Все цвета перед вами. Будьте шикарны!